Данные двухсторонние ротные тактические учения являются завершающим этапом слаживания рот. На данном учении мы отработали как разведывательно-боевые действия, так и контрдиверсионные действия. На этапе боевой стрельбы, соответственно, стреляли со штатного вооружения, вооружения боевых машин БТР-70, МБ-1, а также с ЗУ-23-2 и гранатомет. Ротные тактические учения – это завершающий этап слаживания рот. В дальнейшем будет проходить этап слаживания батальона, на котором батальон будет отрабатывать различные вопросы, проходить различные занятия и в дальнейшем выходить на батальонные тактические учения и завершать слаживание батальона.